самозанятые граждане смогут рассчитать свою будущую пенсию и период добровольных платежей через пенсионный калькулятор в личном кабинете с конца июня. Об этом заявил в четверг министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме. Минтруда прогнозирует, что количество самозанятых через 10 лет будет превышать 10 миллионов человек. Подробности читайте на сайте.